Всем привет! Добро пожаловать на мой мастер-класс. Вы снова смотрите мои вязальные видео. Сегодня я свяжу вот такую картинку из пышных столбиков поворотными рядами. То есть я буду вязать по кругу, но при этом я буду вязать поворотными рядами. Для этого мне потребуется три цвета. Я взяла пряжу бисквит от пряжи центра, и цвета у меня зефир светло-розовый, вот такая сухая роза. И вот этот серый, это грей называется. Конечно, на такую корзинку не нужно целого мотка. Ее вполне можно связать из остатков пряжи, потому что уходит совсем немного. Вот видите, сколько у меня осталось от одного мотка, например, светло-розового. Крючок я буду использовать вот такой, двухсторонний. С одного конца у него семерка, с другого восьмерка. Я буду вязать восьмеркой. Начнем вязание. Итак, для донышка я взяла цвет сухая роза. Я связала донышко. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов, но число рядов это не принципиально. Я оставлю ссылку под видео, как вязать такой круг. И для тех, кто еще не умеет, у меня достаточно видео именно по кругам. Вот. И сразу перейду уже после 7 рядов вязания круга к вязанию стеночек. Первый ряд стеночек мы свяжем самым обычным способом. То есть вставляем крючок в косичку. И подхватываю вот эту перемычку. И провязываю. Это получается первый столбик. На самом деле это, конечно, просто воздушная петля, но я буду считать это за первый столбик. И во всех своих вязаниях по кругу я считаю это за первый столбик. То есть здесь у меня в кружочке тоже 6 столбиков без накида. Один из них выглядит именно так. Потому что если я не буду считать, то у меня будет их 7. И количество будет совершенно другое. Итак, в каждую петлю дальше я делаю по столбику без накида. То есть крючок в косичку и подхватываю дужку, вот эту. Вытягиваю, провязываю. Вытягиваю, провязываю. Повторяю до конца ряда. Делаю бесшовное соединение рядов. И дальше я перехожу к первому ряду узора. Его я буду вязать этим же цветом. И сперва я сделаю воздушную петлю. То есть любой первый ряд начинается с воздушной петли. Дальше я делаю на шаг назад уже петли самого узора, пышные столбики. То есть я вставляю крючок в петельку назад, вытягиваю, делаю накид, вставляю еще раз вытягиваю, накид и еще раз. Все петли на крючке я провязываю. Получается вот такая вот пышная штучка. Снова петелечку пропускаю. И в следующую петлю делаю самый обычный столбик без накида. Вот у меня петля, которую я пропустила. И в нее я опять делаю 3 петли с накидами, которые будут образовывать пышный столбик.
Снова все петли на крючке я провязываю. Так я вяжу до конца ряда. Заметьте, раппорт этого узора состоит из двух петель, поэтому нам опять важно, чтобы количество петель в круге было четным. Нечетное число петель проведет вот здесь вот, ну, либо одна петля останется, либо вам одной не хватит. Поэтому следите за тем, чтобы количество петель в круге было четным. Повторим еще раз. Петлю пропускаю. В следующую петлю делаю самый обычный столбик без накида. И в ту петельку, которую пропустила, я делаю раз, накид, два, накид, три. Все петли на крючке я провязываю. Вот видите, такие три шишечки. Снова петлю пропускаю, следующую петлю, самый обычный столбик без накида. Возвращаюсь на петлю назад. Раз, два, три. Петли провязываю. Так продолжаю до конца ряда. Встретимся в конце, я покажу, как здесь соединить без шва. У меня остается последняя шишечка. То есть вот эта петля, которую я отступаю в эту петельку, она у меня является соединением с предыдущим рядом. Я вставляю крючок и вяжу обычный столбик без накида. Отступаю назад один шаг и делаю три витка. Раз, накид. Два, три. Все петли на крючке провязываю. И остается только соединить эти петли. Как я соединяю? Соединяю уже довольно традиционно. То есть я вставляю крючок под дужки, подобие дужки первой горизонтальной петли, вот этой. Смотрите, как она выглядит. Вот идет шишечка, и вот у нее идет горизонтальная шапка. Петельку вытаскиваю на изнаночную сторону. Вытаскиваю подлиннее. И затем петлю затягиваю. Итак, первый ряд я связала, и вот я его соединила. Соединение у меня проходит вот здесь. Вот, его видно только с изнанки. Итак, второй ряд. Для второго ряда я выбрала цвет вот такой светло-серый. Этот цвет называется грей от Бисквит. Сейчас я начну вязать второй ряд. Корзинку я хочу связать поворотными рядами по кругу. То есть, если я вязала первый ряд и держала вот корзинку лицом к себе, и вот так вот провязывала и поворачивала корзинку в эту сторону, то второй ряд я буду вязать, держа корзинку как бы изнутри к себе. И буду провязывать уже вот отсюда второй ряд. То есть, соответственно, держать корзинку буду изнанкой к себе. Итак, начнем второй ряд. При этом совершенно не обязательно начинать его вот из этого же места, да. Я начну где-нибудь вот отсюда. Так мой шов будет еще менее заметен. Делаю первую петлю. Ну, то есть просто делаю первую подъемную петлю. Хвостик у меня должен быть уже выведен наизнанку, да. Поэтому смотрите, чтобы нитка не осталась с лица. Хотя она может остаться, потом ее просто заберете крючком. Дальше снова делаю на шаг назад. Три витка. Потом все три витка, которые на крючке, я провязываю. Петлю снова пропускаю. Следующую вяжу обычный столбик без накида. И на шаг назад я снова делаю три витка. Раз, два, три.
Давайте я покажу еще раз. Одну петлю пропускаю, следующую делаю самый обычный столбик без накида. И в ту петлю, которую я пропустила, на шаг назад я делаю 3 витка. Крючок вставляю в вязание. Все петли на крючке провязываю. Так делаю до конца ряда. Соответственно, пышных столбиков во втором ряду и в первом будет одинаковое количество. Мне остался последний воздушный столбик. Дальше снова делаю соединение. Мне нужно соединиться так, чтобы соединение было внутри корзинки, да, то есть теперь оставляю крючок, как при обычном вязании, вытаскиваю петлю, делаю петлю пошире, и дальше вставляю туда моток серой пряжи. Два ряда готовы. Вот что получилось. И я перейду к вязанию третьего ряда. Для третьего ряда я взяла светло-розовый цвет. Этот цвет называется зефир. Тоже пискарь. И третий ряд я буду вязать так же, как первый. То есть с лица. Вот так, поворачивая корзинку. Снова нужно выбрать место начала третьего ряда. Я беру вообще любую. Делаю первую подъемную петельку, провязываю и на шаг назад делаю 3 витка. Корзинку я держу лицевой стороной к себе, лицевой внешней стороной. Первый виток. Петлю пропускаю и во вторую петлю я делаю столбик без накида. Точно так же, как в двух предыдущих рядах. И на шаг назад я снова делаю пышный столбик из 3 витков. Повторим еще раз. Петлю пропускаю, столбик без накида. И на шаг назад я делаю пышный столбик из 3 витков. Если вы все делаете правильно, то количество пышных столбиков во всех рядах у вас будет одинаково. Я довяжу до конца ряда и покажу, что получается. Последний виток третьего ряда. Столбик без накида. На шаг назад 3 витка. Все петли на крючке я провязываю.
И остается сделать в этом ряду только соединение. Вытаскиваю петлю подлиньше. Снова делаю так, чтобы узелок был внутри корзинки. То есть вставляю с изнанки на лицо крючок. Подхватываю. И в петельку вставляю розовый моток. Петлю затягиваю. Вот такая получается корзинка. Ну и давайте сделаем отделочный ряд из воздушной петли и соединительной петли, чередуя эти два вида петель. Воздушная петля. Соединительная петля. Воздушная петля. Соединительная. Воздушная. Соединительная. То есть в каждую косичку в предыдущем ряду мы делаем соединительную петлю, а между ними делаем воздушки. Нужно соединить. Получается вот такой вот ажур. Продолжим до конца ряда. Воздушная, соединительная, воздушная, соединительная. Итак, я довязала отделочный ряд до конца. Вот таким он получается. Очень даже симпатичный. Нитки я еще не обрезала. Сама корзинка. Сейчас я ее измеряю, если вам интересно. То есть размер окружности получается где-то 16 сантиметров. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 рядов. То есть на донышко 7 рядов получается окружность 16 сантиметров. И высота этой корзинки получается 29. Ну и кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых мастер-классов. Спасибо за внимание!